В наше время почти все перешли на электронную почту и интернет. Но в деревнях и селах люди с той же охотой продолжают писать друг другу письма. Выписывают газеты и журналы. Почтальоны, как и раньше, с нетерпением ждут и радуются, когда он приносит почту. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День почты. Познакомиться с этой профессией поближе решила и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла, вы будете оформлять подписку? Да, давайте обязательно. За плечами почтальона Натальи Степановой из села Опытное, что в Цивильском районе, 10 лет трудового стажа. Чтобы корреспонденция дошла вовремя до получателя, работник почты встает с позаранку. Как правило, у него не близкий путь. И пройти его надо, несмотря на то, льет ли за окном дождь, бушует ветер или валит снег. Оттого и рабочая одежда универсальная на все случаи. У Натальи в ее зоне ответственности 3 деревни. Население, конечно, не очень большое, но очень такое дружное, все очень доброжелательно относятся. Бывают, конечно, трудности встречать, ты идешь, но учитывая погодные условия, разные бывают, потому что почту нужно приносить всегда в любую погоду. Сегодня почтальоны на селе – это не просто люди, приносящие свежую прессу или письма. С почтальона всегда можно обсудить свежие новости, поговорить о семейных проблемах. К обычным газетам и журналам в сумке добавились рекламные буклеты, листовки, извещения о заказных письмах, счета. Почтальоны и пенсии доставляют и товары, нужные под заказ, а кое-где даже выступают в роли социальных работников. В общем-то, люди все разные. Кто-то бывает такой суровый, кто-то веселый, кто-то иногда попадаются и, в общем-то, в таком расстроенном люди в состоянии, то есть приходится с ними общаться. Вместе с Натальей Степановой на почте работают еще 4 человека. Коллектив очень хороший, дружный, народ дружелюбный, хорошо относится к людям, все объяснят, кто что не знает, тут и пожилые мы люди ходим. Оплата счетов, оформление сим-карты, продажа товаров первой необходимости – все это тоже теперь входит в обязанности работников почты. И делают они все это от души. На селе по-другому нельзя, ведь здесь все знают друг друга. Сабина Вишневская, Олег Якимов, Республика.